Всем привет! Продолжаем снимать обзоры на напитки спортивное питание. И у нас вновь энергетики. Вот такие вот интересные энергетики Ашкуди. Начну издалека. С Ашкуди я знаком, наверное, где-то с год. Значит, у них вот есть такие одноразки, так называемые. Вот. Очень вкусные, мне нравились всегда. Бренд хороший, то есть по крепости, по вкусу, хороший ароматизатор. И вот, значит, обнаружил я вот такие вот Ашкуди энергетик. Сколько они стоят и где продаются, не знаю, я их нигде не видел в продаже. Вот, поэтому не могу сказать, но я их достал. Баночки у них, значит, по 0,45. Вот, и давайте будем дегустировать. Значит, по дизайну, ну, дизайн весьма обычный, стандартный, ничего такого, но шрифт вроде понятный. Читаем, и написано King of Taste, король вкуса, Ашкуди Energy, Classic Power. Вот. Написано премиальный европейский ингредиент, натуральные компоненты и кофеин, витаминный комплекс. Ну, вообще, это китайский, например, одноразки. Энергетика российский, так понимаю, сделано в России, да. Вот. Ну, посмотрим. Вообще, это интересно, типа, как-то связано с ним, с одноразками, Ашкуди шрифт похож или нет. Скорее всего, нет, я думаю, потому что... сомневаюсь, короче говоря. Ну, посмотрим, вкусно или нет. Давайте прочитаем состав и будем дегустировать. Погнали. Итак, давайте посмотрим составчики. Дизайн весьма обычный, ничего такого примечательного, хотя шрифт здесь вроде нормальный. Apple juice со вкусом яблока. Премиальный европейский ингредиент, натуральные компоненты, кофеин, витаминный комплекс, гликантин с натуральным соком. Ну что ж, окей. Витамины группы В, L-карнитин с натуральным кофеином и соком. На 100 мл напитка у нас 49 килокалорий и 12 грамм углей. То есть стандартная калорийность. Баночки, соответственно, 400 мл, около 250 калорий, где-то грамм под 60 сахара. Итак, Ашкуди Energy Apple. Состав у нас входит следующий. Сахар, сокосодержащая основа, концентрированный яблочный сок. Концентрированный сок белого винограда, концентрированный грушевый сок, антиоксидант аскорбиновая кислота, регулятор кислоты, лимонный кислот, цитрат натрия, таурин, сок лайма, концентрированные ароматизаторы, антиоксидант альфа, токоферол, L-карнитин, экстракт растительный, кофеин натуральный, соль, краситель сахарный, колер простой, краситель тартразин, желтый хинолиновый, синий пантеновый, опять же витаминный премикс, ну как-то вот так. Изготовитель у нас здоровые продукты, Владимирская область, город Лакинск. То есть, что мы получаем здесь? Здесь у нас кофеин и L-карнитин. Без таурина. Идем дальше. Черри бомб вишневый. С вишневым вкусом. Значит, по калорийности все то же самое, да, чуть еще больше, 51 килокалория. И углей 12,6 сахара. Побольше, поболее будет. Ну, хорошо, здесь сахар, нет подсластителя, это радует. В состав у нас входит сахар, сок вишни концентрированный, лимонный кислота, цитрат натрия, ароматизаторы, сок черной моркови концентрированный, натуральный ароматизатор, таурин, L-карнитин, экстракт растительный, кофеин, витамин группы В, подсластитель сукралоза, сука, есть подсластитель, ёб твою мать, только сказал. Консервант бензонатрия, ну как-то вот так. То есть здесь у нас кофеин, таурин, L-карнитин и сахар. Окей. Манго, нектар, вот на него ставлю, что вкусно, со вкусом манго. Здесь у нас 52 килокалории, 12,7 грамм углей в виде сахара. Это здорово. С сахарковым. В состав сходит сахар, сок манго концентрированный, лимонная кислота, цитрат натрия, таурин, концентрированный яблочный сок, концентрированный сок белого винограда, концентрированный грушевый сок, похож с яблоком по составу, кстати говоря, аскорбиновая кислота, ароматизатор, стабилизатор, гуми арабика, эфира, глицерин, смоляная кислота, ароматизаторы опять же, кислота аскорбиновая, токоферовая, концентрат смеси, аскорбильметат, красители бета-ала, каротиновый, альдегид, С30. Концентрированные ароматические вещества, ароматизатор, L-карнитин, экстракт растительного, кофеин, натуральный, соль. Да, здесь у нас тоже кофеин, таурин, L-карнитин. Следующий это пич-нектарин.
со вкусом персика, нектарина. Так, 50 на килокалории, 12,6 грамм укрои. Уже все. Состав у нас входит сахар, сок персика концентрированный, лимон, оксалат, страт, натрия, таурин, ароматизаторы. Составляет гомерами, кофе, глицерин, сомная кислота, ароматизатор, сок яблочко концентрированный, антиокислители, аскорбиновая кислота, токоферол, концентрант смеси, красители, каротин, ароматизаторы, L-карнитин, экстракт растительный, кофеин натуральный, соль. Окей, красава. Кофеин, таурин, L-карнитин. HPD классик, классический вкус, синенький. 49 килокалорий, 11,6 грамм углей в виде сахара. Опять же, стандартно. В состав у нас входит сахар, ароматизатор, мальтодекстрин, кофеин, витаминный премикс, сахарный колер, лимон, экстракт, страт, натрия, таурин, ароматизатор, L-карнитин, консерват, консерват, бензоат, натрия. Ну, вот, в общем-то, и все. То есть здесь у нас, по сути, то же самое. Кофеин, таурин, L-карнитин и сахарок. И последний вкус – Tropic Punch со вкусом тропических фруктов. По калорийности тоже стандарт, 51 килокалория в 100 мл продукты, 12,5 углей. В состав у нас входит сахар, лимон, экстракт, страт, натрия, таурин, ароматизатор, составляет гомерабик, ароматизатор концентрированный, яблочный сок, антиокислитель, аскорбиновая кислота, токоферол, концентрат смеси, аскорбилметат, сахарный колер 4, каротин, ароматизатор, антиокислитель, альфа, токоферол, карнитин, экстракт растительный, кофеин. Витаминный премикс и бензоат натрия. Ну, в общем-то, что мы видим? Состав у всех схож, как энергетики одинаковый, кофеин, L-карнитин, таурин. Вот, сахар везде присутствует, там незначительно калорийность отличается и состав. Погнали дегустировать. Ну что, в общем-то, неплохо, да? Сахар присутствует везде. Как энергетик средний такой, нормально, три компонента. Давайте начнем с классического синего. Пахнет обычным энергетиком. Цвет, в общем, такой же. Классический. Слушайте. Обычный энергетик, напоминающий Red Bull. Но не противный, неплохой. Типа Red Bull. Таких очень много. Как обычный классический энергетик. Ну, довольно приятно такой. Сладенький, послаще Red Bull, чуть-чуть. Неплохой, неплохой, неплохо идет. Знаете ли, имеет место быть. Довольно-таки неплохо, я скажу. Начало хорошее, начало хорошее. Следующее я бы хотел попробовать. Персик, нектарин. Вот он. Похоже здесь Gummy Worms, правда. Ну ладно. Пахнет приятно. Вот цвет. Кстати, вкусно. Такой прям приятный сладкий персик. Причем вот не приторный, а сладенький просто. Вкусно. Вкусно. Такой свежий персик. Хороший ароматизатор, химозы не чувствуется, плюс на сахаре нет вот этого конфликта с подсластителями большими. То есть. Хотя где-то здесь подсластители были добавлены, но они, видимо, совсем чуть-чуть, поэтому не перебивают вкус сахара. Ну, хороший такой приятный персиковый сок с газом и охлажденный. Мне нравится, хороший вкус. Следующее я хочу попробовать манго. Манго я люблю в энергетиках. Нектар, манго, нектар. И запах тоже приятный. Цвет. Нет, блядь. Первое ощущение приятное, потом какой-то химический вкус такой. Кисленький. Нет, не очень. Что-то с химозой переборщили. Манго не зашло. Пить можно, но говорю, после вкуса, а второй вкус именно какой-то не очень нравится. Не очень. И кисловат. Следующий у нас идет тропический.
пахнет витамином С, мультивитамином шипучим. Очень похож на Таргет. Таргет оригинальный, очень похож вкус, реально. Такой вот, как витаминки шипучие, апельсиновые, мультифрукт, цитрус, вот что-то такое. Но приятно, хороший вкус такой, сладко-кисленький. Сначала сладенький, потом кислинка чувствуется. Такого цитрусовой нотки, что типа апельсина вот в этом районе. Неплохой, но говорю, по вкусу это Таргет. Один в один, не отличи. Далее попробуем яблочко. Apple juice. Интересно. По вкусам яблока, но пахнет, знаете, какой-то фейхоа или киви. Очень напоминает фейхоа трофи. Ну реально, ребят, тут яблоко вообще не пахнет. Я еще название смотрю, да, написано Apple. Это киви, фейхоа. 100% яблоком здесь не пахнет. Ну прикольный вкус, реально, кто пил трофи зеленый, знает, о чем я. Слушайте, ну вкусно. Вкусно, но это вообще не яблоко. Вообще не яблоко. Прикольный вкус. Киви и фейхоа. Ну и последний остался. Черри-бом. Вишню я не люблю. Пахнет вишней. Неплохой вишневый вкус, но я не люблю вишню. Такой сладенький, кисленький. Ничего так. Ну что, ребят, готов подвести итоги. Вообще мне линейка Ашхуди понравилась. В общем, как и одноразки. Довольно приятные вкусы. Начну с самого худшего, что мне не понравилось. Самый худший — это вишня. Но я просто вишню не люблю. Но, по крайней мере, пить его можно. Я поставлю ему 1 балл из 5. Мне он просто не понравился. То есть что... В принципе, есть сахар, 3 энергокомпонента. Ну, мне не зашел, но кому понравится вишня, возможно, да. 1. Далее я поставлю сюда, на удивление, манго. Я вообще манго люблю вкусы. Вот. Я поставлю ему 2 балла из 5. Мне не понравилась какая-то химозность во вкусе. Слишком какой-то химозный, но нормально, пить его можно. То есть я сделаю так, поскольку я цену не знаю, без этого критерия, 2 балла из 5. Как энергетик он нормальный, 3 энергокомпонента, есть сахар, вкус ничего. Вот. Если он будет, скажем, меньше сотки стоить, то это 3, нормально пить можно. Если он дороже сотки, то это 2. То есть вот между 2 и 3. Но на любителя мне не сильно зашел, слишком химозно. Хотя не противный, пить его можно. То есть, знаете, есть энергетик, который невозможно пить, я вот выливаю, этот пить можно. Далее уже сложнее. Значит, дальше у нас располагаются оригинальный вкус. Это вот разбавленный Red Bull, сладенький, приятный, кстати говоря. Я вам поставлю, да что, даже 4 можно поставить. Но опять же, между 3 и 4. Если дороже 100 рублей, то это 3 балла из 5. Если дешевле, то 4 балла из 5. Как энергетик неплохо, 3 энергокомпонента. Идет приятно, вкусный. Ну, реально сладенький такой Red Bullчик. Поэтому между 3 и 4. Далее у нас идет Тропик. Тропик реально полный, похож по вкусу на Таргет. Оригинальный. Такой апельсинчик. Приятный, нехимозный. Достоин 4 балла из 5 тоже. То есть очень приятный апельсинчик. Такой вкусненький, сладенький, кисленький. И главное, нехимозный. 4 однозначно. И вот эти вот ребята тоже мне очень понравились. Очень нежный персик. Я им поставлю 5 баллов из 5. Реально, вот трудно найти энергетики с вкусным персиком. Вообще их мало встречал. Очень хороший, как энергетик неплох. 3 энергокомпонента. Приятный, неприторный, очень нежный и нехимозный. Поэтому просто реально нектар. Рекомендую, 5. И, значит, так называемое яблоко, которое киви фейхоа, оно вкусно, интересно, но это не яблоко. Я вам поставлю 4 балла из 5. Тоже интересный такой вкус, приятно идет.
Ну, реально, очень интересный вкус энергетики. Фейхуа киви. Вот. Поэтому, в целом, я доволен. Неплохие энергетики. Буду ждать, когда они появятся в продаже, пока их нигде не видел в магазинах. Вот. Интересно. Интересно. Также отснят на Скандалист. Тоже похожая система. Там у них есть, значит, жидкости для вейпа, табак. И вот они выпустили линейку энергетиков. Тоже пробовал. Вот. Ну, а по HQD отличные энергетики. Рекомендую. Увидимся. Пока.